Лишь бы вам дело удовольствие приносило и все. Поэтому многие осуждают то, что я сижу, играю, хотя при этом и зарабатываю, да еще и удовольствие получаю. Чтоб так не жить. Каков шанс, что я вот с этой пушки просто убью типа? В режиме бёрст. Не, не бёрст, автомат. Стопроцентный шанс. Все-таки на Full HD мне вообще в самое большое удовольствие доставляет играть. Вот реально. Ни картинка, ничего. Просто всех вижу, всех спотаю. Идеально просто. В какой-то момент я просто начал задрачивать качество и геймплей просел. Хотя должно быть наоборот, по идее. Столько, сколько я играю, я бы уже реально, я не знаю, блин... Мог бы в команде какой-нибудь нормальный профессиональный состоять. Да блин, ранга, братан, в смысле не понял, 417 рублей. Хотел быть выше Ивана в донат. А, понял, давай понял. Спасибо огромное. Как-нибудь. Спасибо большое. В Алматы приедешь, нет? Не собирался. Не собирался. Спасибо огромное. Спасибо за 500 рубликов. Спасибо большое. От души. Меня уже столько раз в Казахстан звали, я не знаю, блин. Он с коряком? Эй, просто идеально вообще это работает. Просто идеально. Не знаю, как по-другому это даже описать. Ребенок там что-то у меня веселится прям конкретно. Что там интересно случилось такое? Я хочу вот так сделать, если честно. Не обессудьте. Мощная пушка, но очень сложно ее контрить, когда играешь на каком-то дефолтном разрешении. С хорошей графикой, ты просто не понимаешь, не успеваешь... сообразить, куда тебе мышкой двигать. Я думаю, многие сейчас согласятся, кто играет на каком-нибудь там 2К на ультриках. Вообще Unreal. Ну там же пули, там не дробь, там пульки. То есть по факту у тебя у пушки лютый разброс, но тем не менее на автомате ты в упоре можешь зафейлить, потому что там очень лютый разброс у нее. Но пули мощные, там в первую каску ваншот. То есть, по факту, это, блин, SLR на автомате, я не знаю, как еще правильно объяснить. Урон бешеный просто. Тачка едет оттуда. Колесо задрявить. А, он вниз уехал, понял. Стопнет. Стопнул, ребята, стопнул, стопнул. Кайфом. Ну, хитовал его. Нормально причем. Тут еще и красная зона. Я не знаю, maybe его так запушить, да и все, напрямую. Что, убьет меня красная зона? Накажет за это? Или нет?
Привез тебе тачку, так ее красная зона взорвала. Бессмысленно. Ну вот, смотрел ролики про Дагестан, очень красиво прям. Не знаю, наверное, так кайфово людям, которые там живут. Есть кто с Дагестана, ребят? Тоже много чего от него узнал. Тренер, по-моему, с Дагестана был как раз-таки. Про Чечню как раз. Как друга позвал русского чеченец в Чечню отдыхать. А он приехал, и у него плавки были то ли с этими, с павлинами, то ли с чем, короче. У него гроза была, понял? Чел с ППшкой. Из ВСС. Лол, блядь, ты что? Воин. Я не могу по нему стрелять, ребята. Я не могу по нему стрелять. Это капец. Я по нему просто не мог стрелять. Знаю, ребят, что ключ карты, но у меня открывать уже... А, у меня есть где открыть. Что это я?
Сменили ГБ 12 с миником. Полька побыстрее летит. Тапать удобнее. Я почему-то, ребята, знаете, вот в душе, внутри где-то такой, я еду за АВМ, себе сказал. И так я получилось, представляете? Найс. У меня чел тут лежал. АВМ, ребята, АВМ. Так, прикольно будет, если тут снова авик. Такой же, по идее, может быть. И тут какая-то тачка стоит. В теории, чел может быть где-то за камнями ждать, пока кто-то побежит дроп лутать. Ну ладно, я дам ему шанс. А, ну тут неинтересно. Ну ладно, хотя глушак это было интересно на самом деле. Да и третья каска тут тоже есть, да я и в центре. Теперь мне надо найти типов оставшихся. Оставшиеся 12. Где они все? Там, по-моему, вообще никого не вижу. Ну, до мной в теории может быть чел какой-то. Слушайте, я не знаю, это вообще риск так-то делать так, да? Я не вижу, чтобы кто-то вообще пикал откуда-то. Возможно... Ладно, я в третьей каске, в принципе, нет ничего, чтобы меня убило. Кроме какого-то АВМа. Навиков я не слышал в катке. Никто не смотрит. Со скалы никто не смотрит. Зато когда ехал, вроде по мне дохрена отсюда стреляло. Вон чел бежит какой-то. Что он там делает? Кого-то целит? Прости, 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 мужик. Все осознал. Так и знал, что меня кто-то выцеливает. Ну, сейчас уже надо поаккуратнее на самом деле быть. В том плане, что у меня не фулл хп, меня с карика можно ваншотнуть. Бом! У него нет зоны, он пойдет через мост. И пойдет сюда по-любому. По мосту. Не понимаю. Здесь сидит, судя по звуку. У него там зоны нет. Но он пойдет вот сюда, и у него там будет зона. Окей. 5 патрон.
какая-то неудача немножко присутствует. Начни стрелять уже, чел. Плохо Савику пострелял, очень. А он сюда будет играть. Так, я снова фулл хп получается, да? Все, эти три патрона я трачу только на урон. Где человек, который тут был? Этот, как я и говорил, по скале будет играть по-любому. Но тут чела нет. Это странно. Ладно, а, есть. Найн! Я косой. Просто косой. Это чел побежал. Блин! Что это нафиг? Все. Это ж надо так фейлить под конец. Почему? Чем я заслужил? А еще и в камень выбросил просто хае. Кретин. Вот это может нормально даже быть. Его нижний чел убил. Походу из-за моей хае, кстати. Смею предположить, что это так. Не, ну меня ты не убьешь так, чел. А, я понял, из-за чего. Ёпа мать. Я забыл одну настройку поменять. Будет норм, все. Чек. Прилетел отсюда, если что.